Всем привет, ребята. Играл на карте Шум. Битва без припасов. 21 флажков. 4 флажка изначально мы отдали и ждали, ну, как бы состав, чтобы собрался. Короче, собрался состав за красную команду. Как знаете, в режиме ББП, битва без припасов, это красная сторона. То есть сильная сторона, она доминирующая сторона, там, то есть легче кемперить, там, держать деф и все такое. Так как мы играли тут, ну как сказать, командой, там, знаю, что, то есть ну, не люблю слово подписчики, но есть ребята, которые смотрят мои видосы, играют на шуме, знаю, битва без припасов. Вот я знаю, подлагивает вот этот молот постоянно. Я не знаю, что с ним такое. В общем, знаешь, что, ну, ребята играют в режиме битва без припасов, и их друзья заходят. Короче, друзьями играют. Тут уворачиваюсь, ребят, чтобы уйти от урона, и рельса поймал. Если бы не рельса, я бы на 0 хп ушел. И вот дальше расскажу, короче. Ну, состав у них такой мощный, ребят. Играли больше 2 часов. Я просто сейчас вырезал те моменты, где удалось вытащить флажки. Дефились они жестко, разными пушками и все такое. У нас в команде молодцы зитки. Лекали просто от души. И поскольку лекали хорошо зитки, то есть удавалось увозить флажки. А так, блин, я не знаю, как бы, грубо говоря, хрен там увезешь. Грамотная игра, командная игра, ребята. Спасибо всем за игру. Я получил массу удовольствия. Артуру спасибо, гангста. Наш респект зашел. В дефе стоял он. Дефил флаг. Был у нас тяжкий размен, ребята. Я где-то около минут 30 держали размен. И нам пришлось просто спрыгнуть с флажком, чтобы они поставили, потому что размен нам был невыгоден, они, то есть, держали флаг, мы не могли вернуть, и это длилось полчаса. И, короче, скинули флаг во враг, и они поставили, и мы дальше начали играть, и дальше начали тащить. То есть, тоже тактическое решение, ну, как бы я написал, ребята, лучше спрыгнуть. В такие моменты лучше, как бы, если там, ну, как бы, долго возить флажки, то есть, по флажкам, если есть возможность, и размен невыгоден, конечно, лучше, то есть, отдать один флаг и затащить игру. Но это как в шахматах. И, короче, пешку отдали ради мата. Все, ребята, игру не буду комментировать. Поставлю музончик такой прикольный. Под музончик смотрите, ребята. Всем хорошего просмотра. Удачи, ребята. Mr. Roboto, I got your girl yelling Mr. Roboto, I got your girl yelling Mr. Roboto. Ready or not, tell him here I come. That girl Rosie, I'm not, I bet that shit gon' come. Red cups and some bad chicks. What I got up in these pants, you can have this. But if you catch
со сном. Ты возьмешь меня и прижмешь, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. Ты уйдешь, как настанет рассвет. И следы на постели напомнят про счастливую ночь. Step back. To let myself fall.